Всем привет! И вот это случилось. City Skylines, который все так долго ждали. Ну, в общем, что сказать. Давайте я сейчас сразу музычку сделаю потише. Вот, чтобы она меня не перебивала. Ну, что вам сказать. Видите, моды, короче, тут лезут и лезут. Карты, в общем, даже не знаю, за что хвататься. Что меня очень радует, это вот эта часть, редактор карт и редактор объектов. Может быть, трухну стариной и залезу в объекты, что-то даже помододелаю. Вот, сейчас давайте сделаем быстренький обзор, который, я так чувствую, растянется на очень долго и на много серий. Так, новая игра. Ну, многим, кто смотрел обзоры других летсплейщиков, я думаю, уже... В принципе, известны эти вещи. Реверан. Левостороннее движение. А, нет, не хочу. Я хочу нормально, потому что я в нем не разбираюсь. Левосторонним. Черные деревья. Так, у нас здесь ресурсы. Значит, это плодородка. Это водопровод. Большой объем водных ресурсов. Есть внешний ЖД. Внешний посредством самолета. Подходящая площадь для сооружения 70. Лагуна 56, в принципе, пляжи, Лейквуд, у нас много чего, лес, алмазное побережье, достаточно равнинный такой песчаник. Так, 63, все доступно, водных ресурсов большой объем. Две реки, вот это мне, кстати, нравится. Здесь нет сообщения чего, внешней связи по своим кораблей, не хочу. Я хочу с кораблями. Я хочу совсем. Тернистый берег. Острова. Острова. Черный день. Вот давайте я острова, наверное, попробую. Начать игру. И мы посмотрим. Парки и площади повышают стоимость земли. Ну, это понятно. В общем, что хочу сказать. Я тут с креативом по аккаунтам... Так, я сейчас сделаю, наверное, еще и ambient потише. Вот, с креативом мы тут пообсуждали это дело. Так, вот это мой кусочек, значит, да? Ага, с горами. Так, что у нас тут есть красивого? Ну, карта прикольная. Вот, так, я просто, честно говоря, когда посмотрел пару роликов, от разработчиков, там, где они показывают своего главного дизайнера, все такое, я, честно говоря, думал, ну все, капец, хана игре. Потому что с такой девочкой с малиново-розовыми волосами, главным дизайнером, это будет полный капец. А оказалось, видимо, что за такими людьми наше будущее игровой индустрии. Потому что то, что я увидел, то, что я правда, еще саму игру не щупал. Вот, делаю обзоры только со стороны дилетантского подхода. Вот, то, что видел уже по записям. Вот. Ну, давайте будем рубить. Так, ну давайте будем. Это сюда. А, выезд. Ну, давай выезд будет вот здесь сразу перекрестком. Пусть это не лучший вариант для начала. Двухсторонние. Да, что-то мне пока не нравится графика, как она такая подразмытая. Я не могу понять, наверное, это у меня антиалайзинг. Давайте посмотрим настройки, графики, качество текстур высокий. Тут все по-высокому. Сглаживание, а ну выключить. Применить. О, да, вот. И tilt-shift-эффект, это сразу эффект миниатюры, это вот, я так понимаю, у нас, да, вот размытие, не хочу я такое, я практически не хочу эффекта размытия глубины резкости, во, вот это вот мой вариант, вот, ну не, концовку можно чуть подмыть, это уже сильно, пусть немножечко там размоет. Да, вот там, вдалечи. Так, хорошо, значит, зонирование. Столько кнопок, в общем, продолжу свою мысль. Посмотрел я на этого геймдизайнера и думаю, ну хана. Гейм-индустрии в ее лице, думаю, будет трындец.
от City Skyline ничего не останется. Как я ошибался. На самом-то деле, потому что девочка SEO, это главный исполняющий, раз, два, три, четыре, на четыре, главный исполняющий, скажем так, менеджер, да, для тех, кто не знает, тоже женщина у них там. Ну и вышло это все очень-очень круто, то, что я увидел за неделю креатива. Правда, я ему не простил снесенную дамбу, кто видел, тот поймет. Ну да ладно, но у нас с вами будет свое отдельное. Так, потому что Ванька тоже подлип на это дело, и я чувствую, что я уже не чувствую, я знаю, что я тоже подлипну на это дело. КСП отдыхает, фарм отдыхает, Giant. В общем, я буду кайфовать, потому что я скажу вам по правде говоря, я даже сейчас, ну вот имеется в виду там до недавнего времени, так, шум здесь у нас будет, ну, плохой райончик однозначно. Так, а есть у нас тут показатели ветра? Так, стоп, вот как отменить. Ага. Что у нас по статистике ветра? Ветряные установки. То есть сильный ветер. Значит, мне надо их сюда, либо сюда. Либо на побережье, либо на другое побережье. Значит, вот сюда мы их тогда поставим. Ветровая установочка. Я вам скажу, что я... Так, а вот как поворачивать? Есть возможность повернуть ветровую установку или нет? Мне просто очень хочется узнать. Не. Поздно. Так, ну тебе же, наверное, дорогу надо еще от нее, или нет? Или тебе только электричество надо? Ич. Вот как-то так. По правой кнопке мышки, жалко, нет, не отсоединяется. Ну, то есть не уходит. Это не есть тут. Так, теперь водичка. Что у нас с водой? Вода. Вода, вода, вода. Загрязнение, понятно. А доступность воды есть какая-то вообще у нас? Так, хорошо. Ага. Черт, у нас только вот здесь чуть-чуть. Вот здесь вот оно в море будет стекать. Да, вот сюда мы сейчас и поставим на побережье. Вот. Так я не договорил свою мысль. А, что я до сих пор поигрывался в SimCity 4. Это, ну вот, очень крутая такая штуковина. Для тех, опять же, кто застал то далекое время 2000-х годов, тот знает, что это за сущность такая SimCity. Вот по правой кнопке мыши не сбрасывается электричество, а вода сбросилась в водопровод. Так, и канализацию тебе надо. Канализацию, сброс. Понятно, что это будет ниже по течению. Ага, блин, у меня здесь... Ну вот так, ладно. Не лучший вариант, потом мы это с вами однозначно будем перестраивать. Я сейчас быстренько, так, для обзорчика чего-нибудь настрою. Я так понимаю, что если я вот так соединю в одну и ту же трубу, это будет нормально? Да, по одной сток у нас идет, по одной канализация. Вот, по двоем пошла, и вот поисчезали. Да. Отлично, есть такое. Доход минус 400. Разблокирована панель экономика. Управлять налогами отображает, сколько вы зарабатываете и тратите. Давайте посмотрим. Панель экономики пока закроем. Сколько у нас доходов приносит вот это. Вот этого нет, но спрос на нее есть. Значит, давайте мы тогда сейчас здесь. Если у нас ветерок там... Да, давайте добьем до конца уже карты тогда. И будет у нас здесь, как в старом SimCity. Сначала самый плохой райончик. Со всеми вытекающими. Самый плохой. Больше возможностей. Отлично. Это радует. Что вот это такое? Привязка. Ага, то есть я могу привязываться к секторам.
могу вообще свободно летать. Блин, ну бездна. Все-таки девочки, когда садятся создавать игры, их какой-то такой педантизм создает, в общем-то, создает то, во что мы так привыкли играть, и то, за что мы так любим такого плана игры с такой детализацией. Так, проверяем. Тут у нас полная, тут полная. Happiness. В принципе, отлично, как для старта. Трафик. Да какой тут трафик? Никакого трафика. Помощь советника. Спасибо, сам справимся. Так, мне нравится рельеф такой, такие текстурки. Не, очень, очень качественно сделано. Такие виды пасторальные просто. Просто пасторальные виды. Кстати, а где у нас ресурсы есть? Пока еще недоступны. Сейчас мы с вами... Ну, есть подозрение, что вот это плодородные места. Нам мало чего доступно. Что на 320 минуса? 310. Щелкайте курсором по зданию автотехники, поиспользовать подробную информацию. Ну, давай посмотрим, что там есть. Без образования необразованных. Количество рабочих мест для необразованных. То есть работает всего 5 из 16. То есть мне надо, в принципе, еще жилая зона. Жилая зона. Зона, жилая. Так, можно здесь рисовать. Вот это мне тоже безумно понравилось. Что вот так вот можно взять и так вот рисовать, где хочу и как хочу. Не только крестиками и кубиками. Я не очень хочу создавать... Ух ты, пароход плывет. Я не очень хочу создавать такой какой-то квадратный город. Мне хочется более какого-то такого, знаете, живого. Что это, смотрите, какой такой муар. Я не знаю, видно вам или нет. Такое все... точечку, как будто вы снимали в темноте и подняли ярко сильно, и оно такое шумами пошло, и все такое мерехтить. Так, люди приезжают, люди растут, водичка. Ну давай до конца, где ты там, вот так вот, видите, по правой кнопке мыши водичка останавливает свой... Ой, водокачка. Слушайте, а что я завтыкал? Здесь 240 уход. Объем 0 в неделю. Скорость забора. Ой, сумасшедшая скорость забора. Ну, на самом деле 240 здесь, 240 здесь. Без разницы. То есть, если раньше имел смысл начинать с водонапорных башен, то сейчас водонапорных башен смысла вообще никакого нету начинать. Вот. Интересно, что же это за муар такой, а? Как от него избавиться? Ладно, это, наверное, спецэффекты какие-то. Ну, пусть будет. Так, чего у нас не хватает? Вот это не открывается, да, пока еще? То есть, как раньше в старом SimCity можно было нажать, и у вас открывается панель, в котором очень детально описывается... А что же, в общем-то, на самом деле? О, припаркованные. Все как у нас. Вот как в городе. Только у нас, правда, не везде такие тачки есть. Вот. Но, вот уже начинают. Запарковались. Сейчас начнутся пробки. Вот эта логика поведения мне очень нравится. Вот транспорт я вот смотрел. Летсплей и другие. Я от транспорта, просто от симуляции транспорта, я просто обалдел. И блоки 4x4, это, кстати, классика SimCity 4. Там, в принципе, оптимальная архитектура строилась блоками 4x4. Вот такая у нас дороженька будет. Ой, извините, у меня нос не позволяет... Так, нет, не так. Это будет вот автогат. Ну, посмотри, ладно. Давайте вперед. Пока что он у меня получается квадратный, но это пока. Это временно. Это очень временно. Так, давайте сделаем чехарду. Зебру. Так, в мультике, ну погоди. Ты кто? Я. Зебра!
У меня малой мультики смотрит. Вот так. Пойдет? Пойдет. А, вот за что я обожал SimCity 5, вот, и за что я уже люблю Skylines, это первый раз, когда я увидел, как будет представлена статистика вот в этом сером шейдере, когда у вас все дома и все окружающая территория закрашивается в серый цвет, а что денежки принесет, а то, что вам надо, раскрашивается в цвета статистики. Вот я дурею просто от этого вида. Вот, вот вообще вот просто сказочный вид. Статистику подает обалденно. Вот я вся на работе, у нас там есть пуловина для бизнес-анализа. То есть она приводит в разные разрезы данных, там по времени. То есть, ну, по сути, статистическая информация. Вот, и там тоже красиво так все это представлено. И вот когда я увидел в SimCity 5, тогда еще вот эту статистику вот так вот представленную, очень, очень круто. Так, могу я верить дыму или нет? Мне интересно. Вот направление ветра я не вижу. Я вижу силу, но я не вижу направления. Играет ли направление? Судя по тому, что вот здесь я вижу. И судя по тому, что я вижу вот здесь, то верить мне ему, видимо, придется. То есть направление ветра у нас вот откуда-то вот так. Вот так, вот, вот так. Вот так. Так, закрываем. Чего нам надо? У нас 35% это уменьшается. Так. Жилая зона. Вы что, всю застроили? Нет. А чего вы так медленно тогда? А, я просто не увеличивал скорость. Ну, давайте увеличим скорость чуток. Хоть вообще сейчас бешеную. Вот. Ну и клавиши тоже, как в SimCity. С единица, двойка, тройка. Это увеличение скорости. Так, разработчикам цены нету. Вот. Памятник при жизни. Вот. Я хоть и нахваливаю, что это такое? Этапы. Этапы большого пути. А, ну понятно. Уникальные достижения. А то такое все. Что там? Huge? Huge Hadron. Ух ты! Адронный коллайдер можно будет построить. Прикольно. Так, все, я уже пошел в плюс по 100 баксов в неделю. Все, можно уже не работать. Можно выходить на пенсию. И в этом городочке жить. Так, а что вот это? Области. Пока у меня одна область, в которой есть куча сельскохозяйственных угодий. Ну, понятно, как я говорил. Ага, нет у нас по ЖД связи внешних пока. Пока у нас нету нефти. Ну, то есть, понятно, пока, грубо говоря, я не расширюсь, ничего у меня не будет. Так, большой спрос у меня на промышленность и на жилье. Чё с... О, электроэнергия. Так, электроэнергия. Электроэнергия. Ты кто у нас? Угольная. Выходная мощность 40, а здесь 8. А вот интересно, а сколько ты сейчас производишь? Скорость ветра 10, ты производишь максимум 8. И не хочется, и колется. Давайте вот сюда раз. 7 на 15. Я знаю, что буду расширяться. Вот так. Пускай будет. Ветер поменялся. А, ветер у нас... Смотрите, у нас... Видите, они меняют направление. А трубы, трубы, трубы. И из труб ветер валит в разном направлении. Ха. То есть ветер у нас в механике не участвует. С одной стороны, это прикольно. А с другой стороны, ну как сказать... О, смотрите, сразу изменилось соотношение зон, которые надо. А давайте вот здесь вот коммерческие. Произвели и тут же продали. Вот так. Вот. И жилья, жилья, жилья. Жилья надо много. Жилья надо много будет. Так, много жилья. Давайте по берегу сюда. Здесь сюда в лес. Ну, я знаю. Ух ты, гляньте, как у нас валит. Отходы валят. Прямо таким вот потоком.
Здесь у нас... Да, какой-то шейдер, слушайте, у нас применен, по-моему. Предопределение коррекции цвета. Нет, это цветовой фильтр, дальность прорисовки теней, качество теней, полноэкранный. Да нет, все как бы... Ну и ладно, пускай так будет. Так, я вот думаю, где бы нам... Так, это у нас что? Изогнутая дорога? Это произвольная дорога. Произвольно. А это у нас перекрестки, да? Большая кольцевая развязочка. Кольцевая развязочка. Цены на аренду жилья растут из-за огромного спроса. Мэр пригласил кого-то, короче, пригласил я там. Так. Самое главное, еще со времен, опять же, того же 4-го SimCity, самая главная, самая большая проблема, это правильно спланировать... Так, ага, стоп. Это почти полукруг, но не полукруг. Или полукруг. Не, вот. Вот, вот это полукруг. Идеальный. Один отрезок прямой. Где он тут? Один отрезок прямой, я сказал. А, просто за счет того, что я... Я понял. Вот. Вот такую какую-то извилистую дорогу сейчас сделаем. Для красоты. Я просто хочу потестить возможности меня как градостроителя. Точнее, не столько меня, сколько функциональные возможности Сима. На берег пойдем? Пойдем. Все. Вот такое у нас будет. Что-то такое непонятное. Мяу. И тут рядом с водичкой сделаем сейчас какой-нибудь райончик. Вот, райончик сделаем. Стоять прямой райончик сделаем. Пум-пум-пум-пум. Это сюда. Так. Да, вот это вот оставлю здесь. Ой, еще на одну надо было. Теперь уже поздно. Отменить нельзя. Нельзя. Бум-бум-бум. Не. Так. Так. Это вот так. Вот. Вот у нас будет здесь райончик жилой. Живой-жилой. Вот мы сейчас зарисуем. Такой... Ой, мне нравится. Ой, мне очень нравится. Тут у нас еще и что-то уже строить начали. Водопровод рядом, электричество рядом. Все просто сказочно. Так. Электричество есть? Есть, раз вы растете. Водичка есть. Да вообще красота. Получилось так, что он прямо на воде. Опа! Достижение. Налоги, кредиты, отходы, здравоохранение, образование, начальная школа, поликлиника, свалка. Окей. Достижений пока нету. Это хорошо. 214 доход. Это плохо. Так. Постройка у меня вот здесь будет вот так. И как-то это плохо. Вот. Вот так. Так-с. Что, хотите сказать, что здесь тоже надо дома строить? Ну, давайте. Раз. Два. Да и вот здесь какие-то с видом на море. Так. Здесь тоже, пожалуйста, с видом на море. А вот это вообще будут самые кошерные дома. Там какой-нибудь парк еще потом вбахнем. Пока я не сильно планирую наперед, хотя на самом деле правильнее было бы именно планировать наперед. Давайте сейчас ускоримся чуток. 320, 370, 308, 400. Народ растет, все хорошо, образование. Теперь отходы. Отходы надо? Надо. А то завоняемся.
Чем отходы? Чем отходы? Отходы представлены у нас свалкой. Черт, свалка. Плохо. Ладно. Давайте пока куда-нибудь. О, а вот как ее? А, вдоль дороги надо, я понял. Хорошо. Так, свалка, свалка. Слушайте. А что если вбахать свалку сюда? Здесь у нас угол карты. И мы сейчас это... Ух ты, столбики такие прикольные. Так, я, наверное, так и сделаю сейчас. Бум. Свалка. Могу? Могу. Отлично. Ну, а здесь какую-нибудь такую сейчас вдоль. Ой, вот это вот красота. Во, вообще супер. То, что надо. Смотрите. Такая живописненькая дорога. Ой, супер вообще. Так вот. Если бы еще эта дорога не везла на свалку, то цены ей бы не было. Этой дороги. Какие-то машинки интересные. Но, в принципе, вот чувствуется такой, знаете, колорит. Чувствуется. Мне очень нравится. Не знаю, как вам, тем, кто еще не играет, или тем, кто уже играет. Буду рад услышать в комментах ваши фэфу и прочее, если они такие есть. Так, трафик нормально, желтеем потихоньку. Это шумовое загрязнение. Не, ну нормально, в принципе, а что? Там ветер гудит, там заводы гудят, тут водокачка гудит. В общем, всем достается на орехи. Так, загрязнение мусором, да? Это в почвы, это питьевой воды. Ага, в принципе, то есть вот эти вот уже потихонечку под собой начинают засирать. Так, здравоохранение ниже плинтуса, особенно у тех, кто живет в промышленной. Ритуальные услуги пока, извините, нету. Образование вообще ниже плинтуса. Что вот это? Внешние связи. Внешние связи, нефтепродукты. Зелененькое лесопродукты. Товары, короче, это импорт был. Экспорт. Что мы экспортируем? Экспортируем готовые товары. В принципе, что тоже очень хорошо. Туризм. Туризма, пока я смотрю, не наблюдается особо. Тут болеют. Ну, какой у меня туризм, господи, я вас прошу. Это чего? Отдых. Условный доступ, сфера развлечений активна, неактивна. Уникальные... А, парки и площади. Кстати, а парки и площади, они доступны мне еще пока. Не доступ... А что будет доступно? Точнее, вот не сюда, вот сюда. Подождите, это уже есть. Новые области 2 на 2 километра. На районы, политики, второй кредит, промышленные специализации, сфера услуг. Специализация лесное, сельская, установка датчиков дыма, экономия воды. Так, а тут где-то у нас должны быть... Вот это что? Обалдеть. То есть это этот... Режим без интерфейса. Круто. Смотрите, что получается. Живописненько выливается водичка. Мне вот это вот столб воды напоминает застывшие те самые из сталкера урановые расплавленные стержни, когда они там лились. Когда там по шахтам лазил. Так, ну в принципе для первой серии достаточно. Вышло это больше не обзором, а все-таки началом летсплея. Я, конечно, хочу добраться до редактора карт, расскажу вам... А я сейчас знаю, что сделаю. Я сейчас сделаю паузу. Только как отсюда выйти? Вот. Сохраню это дело. Dragon New. Вот. И второй серии запишу сразу редактор карт и редактор... Обзор по редактору карт и по редактору зданий. А на сегодня... Все. Ждите. Скоро вернусь. Всем пока-пока.